Ребят, всем привет с Бали. Очень приятно, что мой YouTube-канал смотрят. И мне задали в личку в соцсетях очень много вопросов. И несколько вопросов задали именно новички. И сейчас перед отъездом я хочу на эти вопросы ответить. Первый вопрос — это как отрабатывать возражения. Это не мое, я в это не верю, да, то есть читаю вот прям с телефона. Я в это не верю, зарабатывает только тот, кто пришел первый. В чем преимущество компании перед компаниями без физического продукта, да? То есть вопросы на самом деле замечательные. Ну, во-первых, вопрос — это не мое. Когда-то я тоже работала на работе по найму, и я говорила, что это не мое, мне это не надо, это чушь, это несерьезно. Но сейчас, на данный момент, я зарабатываю по 600 тысяч в месяц, больше даже, и могу сказать, что это мое. Мое, я никогда не верила в то, что я буду отдыхать, я буду загорать. Вот на данный момент я не только хорошо зарабатываю, но и в бесплатной поездке от компании Faberlic, как вы видите. Это действительно круто, это действительно классно. И я хочу вам пожелать, в первую очередь, прежде чем вы скажете, что это не мое, просто попробовать, да, начать без риска, хорошо зарабатывать, повернуть свою семью к успеху. Это круто, это великолепно, это просто замечательно. Хотя бы просто попытаться сделать что-то хорошее для своей семьи. Я думаю, что вам понравится успех, вам понравятся деньги, вам понравится свобода, вам понравится независимость. И это очень ценно, когда вам не нужно отпрашиваться, допустим, в этот же зубной. Поэтому то, что это не мое, это, конечно, да. Очень многие так говорят, но на самом деле те, кто пробует, им нравится. Им нравится эта организация, эта продукция, это большие деньги. Это то, что ведет нас с вами к успеху, и это действительно интересно. Бизнес наш — это действительно очень интересный, очень классный и захватывающий. Да, это поездки, это путешествия, это новые квартиры, новые машины, это новый уровень жизни, тот, который до этого нам даже не снился, да. То есть все вы знаете, что мы в компании 4 года назад пришли и открыли, пока не подтвердили, но открыли статус партнера. Нам сейчас на данный момент 35 лет, и то, что я 5 лет назад познакомилась с сетевым маркетингом, я не жалею. Хотя раньше я говорила, что это действительно не мое. Самое главное, знаете, что это официально, легально, и нет никаких рисков и вложений. Мы не пирамида. У вас пойдет, во-первых, если вы начнете подниматься, у вас пойдет стаж, у вас пойдет доход. И все это нужно понимать, что это белый бизнес, и вы имеете право не только стать успешными, но и сделать людей, которые к вам придут, тоже успешными. А это важно. Второй вопрос. Я в это не верю, что отвечать на возражения новичкам. Я очень часто говорю, что я тоже не верила, и я действительно тоже не верила, дорогие мои, поверьте мне, я не верила. Я когда даже пришла в сетевой маркетинг, я говорила, я попробую, я буду заказывать себе, да, тут есть скидки, акции, подарки, да, тут есть, как вам сказать, куча всякой халявы, да, грубо говоря, и я решила, что если у меня ничего не получится, то я хотя бы буду пользоваться скидками, подарками и всем таким прочим, то, что, в принципе, мне нужно в дом, я буду экономить, да, то есть я шла за экономией. И когда люди говорят, я в это не верю, сейчас, на данный момент, я нисколько не удивляюсь, потому что я была на месте каждого человека, который говорил, я не верю. Когда я начинала свой бизнес, у меня даже мама, ей 80-й уже год, она это вообще ничего не приемлет. У них раньше была статья, как даже сказать-то там, за неработу, да, то есть вот эта вот статья была, что их за это даже судили, что они нигде не работают, да, то есть, а мы вот такие вот крутые, что просто сидим дома, тычем кнопки, и мама говорила, что я разобью все твои компьютерные ящики, да, то есть это, конечно, было смешно. Попробуйте. От вас не убудет, но хотя бы, если вы попытаетесь сделать себя успешными, но если у вас не получится, с вас гуся вода, все будет отлично, все будет просто замечательно. Далее, зарабатывает только тот, кто пришел первый. Компании 21 год. Я в компании нахожусь 26.11.2019 года. У нас будет ровно 4 года, как мы зарегистрированы в компании. Да?
что могу сказать? Я не первая, я не вторая. Я даже не миллионная, да, то есть я пришла в компанию всего 4 года назад и сделала статус партнера. Это 24 директорские веточки в первом уровне. И когда мне говорят это, я просто смеюсь над этим, потому что я пришла не первая, и я не только сделала в уровне многих тех, кто пришел позже меня, но я еще до сих пор расту, я до сих пор развиваюсь, и в моей команде открываются по одному, по два директорских статуса в каталог. В каталог, давайте с вами посчитаем, 18 каталогов умножьте на 2, вот столько за год в моей структуре открывается директорских статусов, причем не просто обычных директоров, да, 3000 баллов уровень, но и старших директоров открываются, золотых, серебряных и даже элитных. Поэтому я считаю, что кто так мыслит, тому просто лень начать, лень попробовать, лень разобраться. Вот это действительно так, и не теряйте просто время на таких людей, которые вот это вот говорят, потому что если вы видите успех за 4 года, почему бы вам хотя бы за 2 года его не повторить, так как вы уже работаете по готовой системе роста, которую составлял человек, который за 4 года сделал партнера. Ну, ё-моё. Я просто, действительно, просто не обращайте внимания на таких людей и переступайте их. И даже не думайте, что с ними нужно отрабатывать возражения, потому что, ну, можете написать, да, то, что там я за полгода открыл директора. Почему же? Почему же это плохо? Почему же это медленно, да? То есть люди, чтобы зарабатывать 30, 40, 50 тысяч, несколько лет растут по карьерной лестнице. А тут я за 4 месяца открыла ИП, зарабатывала уже свои 34 тысячи. И я этим горжусь. И всего лишь за 4 месяца с момента старта в компании Faberlic я открыла ИП, и я начала получать деньги на расчетный счет в банке и платить налог, упрощенный по 6% налогообложения. Поэтому не верьте никому, и те компании-однодневки, которые, извините меня, не продержались 10 лет на рынке, они наоборот ненадежны, они наоборот нестабильны, и они могут исчезнуть с рынка. И вот. А компании Faberlic 21 год. И это говорит о надежности, это говорит о том, что вы действительно можете, как даже сказать, вы действительно можете доверять компании, знать, что она там не распадется, не развалится, что не исчезнет, не сотрется, что весь ваш бизнес передастся по наследству вашим детям, и что вы не зря это делаете, вы не зря работаете. Вот, это первое, да, то есть это была отработка возражений, вот, ну, это мои личные мысли, сейчас в последний день отдыха на острове Бали, бесплатные поездки от компании, и сейчас начну еще выпускать видеоролики на тему пожеланий и рекомендаций новичку, пожелания лидеру, пожелания директорам, и отдельно поделюсь с вами опытом, как я стала партнером, расскажу всю чистую правду.